Свет не делался? Нет. Не поняла. Курманов дает. Ознакомьтесь, пожалуйста, у нас поручение есть следователя. О том, что возбуждено уголовное дело. Меня? Нет, в отношении вас. А как фамилия имеется? А вы пришли ко мне, пришли. Почему вы не знаете, к кому пришли? Нет. Фу, мне трясет. Ну, скажите, фамилия. А Василикова, да? Ну, как вы, да, да. Фамилия Как вы ко мне пришли, если фамилию не знаете? Потому что мы, видите, с верхних этажей ходим и уже вас чуть-чуть немножко. Вот только здорово, да. А вас как зовут? Меня Берега. А фамилия? А Корочка? Фамилия зачем? Корочка, я просто с другого выезда и Корочку поставил. А как вы без Корочки ходите ко мне домой? Ну, вот вы вызов, вот срочно нужно приехать, вот мы приехали. Просто, вы знаете, нет, парни, так не делается. Я же вам показал свою Корочку. Курманов, Даулет, да. Булатович. Еще раз покажу. Не, а что вы так этот, Вы с улицы ко мне домой зашли? Нет, ну, кто вы? Вы пригласили, мы зашли, представились. Номер удостоверения тогда в таком случае. Мое? Да. Я же не запомню, подождите. Это ж такое дело. Сейчас я буду читать постановление, да? Мне нервничать нельзя, блин. Не, а кто заставляет нервничать? Вы меня заставляете нервничать, почему вы ко мне? Еще говорите, нет, почему вы соседи сказали, почему соврали? Ну, потому что приходится, мне не все открывать, когда говоришь полиция. Ну да, знакомьтесь, пожалуйста. Не скрывать ничего, я бы так открыла. В производстве город Нур-Султан находится уголовное дело зарегистрировано в РДР. Номер такого уголовного дела реально существует? Конечно, вы видите, вот это. 380. Кто уголовного дела может уголовного дела с собой не вытаскать? Это поручение следователя отдельное. Подождите, я буду конкретно читать, не торопитесь. Я знаю, что вы устали. Статья 380, это что? Телесных повреждений сотрудников. Статья 380, нанесение увечья сотрудников полиции. Там написано власти. Обстоятельства? Подождите. 9 июня 19 года неизвестные лица, находясь возле дворца Жастар по республике Нур-Султане, в ходе проведения несанкционированного митинга. Не надо меня снимать. Зачем? В смысле? Зачем вы меня снимаете? Я вас не снимаю. У меня дома, что ли, еще? Я вас не снимаю, вы что? Жилище мое неприкосновенное, не надо здесь этим. Кто вас снимает? Я вообще... Женщина, сотки не снимает. Ну? Ознакомьтесь, пожалуйста. Вы как-то реагируете, не знаю. Вы что-то мне не нравитесь. Изначально сразу. Вы мне не нравитесь. Подождите. Не санкционируйте в поддержку незарегистрированной запрещенной организации ДВК применили насилие, опасное для жизни или здоровья в отношении представителя власти, сотрудника СУБРЭТР, сержанта полиции Султана Алипидин с первого года рождения. А именно баллончиком со слезоточивым газом. Да, увидите. Брызнув в глаза последнего, применив тем самым Султан А телесные повреждения. Короче, кто-то кому-то брызнул, а я это видела. Не видели, вы участвовали в митинге, и так как все участники это видели, возможно, вы видели, и в качестве свидетеля приглашаются к следователю. А кто слышал, что я там была? Там есть видеозаписи? У вас есть видеозаписи. Видели вас? Есть сейчас? Сейчас нет, там следователь вас ознакомит, ваш начальник, не переживайте, да? Мы вас не зовем, наша работа вас... Ознакомить поручение. А я потом пойду, типа, да? Вы обязаны быть с поручением. На основании высшей злоумышленности средством полной рутины расследования уголовного дела со статьей 60, статьи не понимаю. Прошу вас провести следующие разыскные действия. Доча, тихо! Проанализировать информацию с камер наблюдения в районе совершения преступления. Набор слов, честное слово. Установление возможных свидетелей, очевидцев и лиц, причастных к совершению данного преступления. Всех доставленных и задержанных лиц диатилоскопировать. Ну откуда такие слова знаете? Установочный. Я вам еще раз говорю, это следователь. Установочный Нуралы Д? Да. Да. Установочные данные внести в систему образ плюс-плюс и подвергнуть проверке по всем имеющимся учетам. С целью их проверки на причастность к совершенному преступлению. При необходимости с целью проверки на причастность к данному преступлению выявленных лиц, представляющих оперативный интерес, провести ОРМ. Что такое? Оперативно-розыскное мероприятие. Ага. И требовать список подвижений.
подотчетных лиц проверить на причастность к совершенному преступлению, провести сводку данных лиц, проверить по учетам с целью сбора компрометирующего материала, независимо от полученных результатов. В ответ прошу предоставить установленным законом срок, по которому в обязательном порядке приложить подробную справку о проделанной работе и собранном материале. Кошмар. Надо будет проехать сейчас, наверное, 10 буквально на машине, а потом разберемся. Повестка? Повестка у меня есть, но в этом случае я повестку не буду давать, потому что у нас есть поручение следователя, необходимо немедленно доставить вас в дом. Нет, без повестки я никуда не поеду, вы что? Хорошо, без проблем, я могу выписать ее. По времени, прямо сейчас надо будет поехать. Анна Сергеевна, да, выпишем-то выпишем, но вы должны проехать, мы должны видеть, сейчас сразу поехать. Вы нарушаете процессуальный закон, она на месте не выписывается. Вот у меня поручение, вот из-за этого я вам говорю, я не буду ее выписывать. Из-за этого поручение без печати. Печать не ставится на поручение. Не слышите меня. Это копия уголовного дела, это копия уголовного дела. Какая копия? Копия уголовного дела. Копия заверяется. Копия заверяется. Имейте совесть, нет. Вот это вот у вас типа повестка? Анна Сергеевна, вы поедете? Нет. Сейчас, я через патрульную, сейчас полицию. Нет, нас... где нормальная повестка? Есть повестка у нас, я говорю, я ее не буду выписывать, потому что у меня есть поручение. Вы должны немедленно поедете. Поручение без, вообще алло. Без подписи. Анна Сергеевна, да. Мы вас ознакомились с поручением следователя? Который без подписи, какой-то муралый дэк? Вам сказали же, это копия. Копия заверяется, нет. Смотрите, оригинал есть? Оригинал есть. Оригинал же подписанный. Потом ксерокс сделайте, там тоже подпись. Кто меня зовет какой-то? Анна Сергеевна. Один без корочки, давайте, другой, ладно, с корочкой. Анна, давайте не будем хотеть этого. Ребенок вам пугается. Анна Сергеевна, время, да? Нет, нет, ну что? Нет, нет, повестки должно быть указано. По каким-то причинам я не могу поехать. У меня сейчас... прям все причины не поехать. Почему? С ребенком. Я вам еще раз говорю, вы не имеете права не ехать. Вам еще раз как имею. Как вы имеете? Я свои права знаю. Дайте повестку. Оставьте повестку, нет, я подъеду сама. Нет. Ребенок сами провоцируйте нас. Как? Мы же нормально вам говорим, поясняем. Нормально, вы не обидите. Вы нормально меня просите, как да. Люди, как будто бы вы человек, и я человек, да? Но так не делается в рамках закона. Нет. Вы не делается. В любом случае, вы поедете. Хорошо. Нет! Нет. Она... как это я просто так поеду без повестки? Повестка все есть, мы вам даже выпишем. Моей фамилии нигде нет, мы кто меня... мы выпишем! Вы... она не выписывается на месте, мальчики! Мы вам выпишем! Ну, я говорю, нет. Повестку я не буду выписывать, у меня есть поручение, в котором у вас есть видеофиксация, мы вам покажем... ознакомят там у вас. Для меня совсем оно липовое, сливое. Парни! Не липовое! Липовое! Не печати, не... нет, нет, нет! Да как вообще, какой свидетель, о чем вы? Анна, я вызываю патрульную полицию. Мне нужна конкретная повестка, мне в руки нету. Повестки мы не будем давать, я еще повестка раз повестка нужна. Я вам десятый раз говорю, Анна Сергеевна. По закону нужна повестка. Нет, повестка. Когда есть поручение, повестка не дается, я вам еще раз говорю. Поручение липовое. Конечно, конечно. Если я отслужил, не надо со мной спорить, еще раз говорю. Вы плохо служили тогда, значит. Как я знаю по конституции свои права? Можно вас... плохое это ваше поручение, но... парни. Ребенка жалко. Не надо приступать. Все нормально. Тем более я с ней никуда не поеду. Какая патрулька? Вы че? Квартира. Минут 15. Вы что, она с груди кормлена, а я ее буду укладывать? Нет, нет. Нет, вы что? Сейчас тут 102 вызовет. Где повестка? Какой 102? Вы что меня за... вы на меня давите? Никто не давит, я с вами разговариваю. Вы на... какой 102? Я с ребенком стою, вы что? Вы вообще, вы меня... статью знаете 378? Знаете? 378? Да. Что это? Вот, прочитайте ее. И нет, скажите я сейчас. Я знакомый. Так наизусть не знаете? Наизусть я много что знаю. Дайте повестку. Дайте повестку, а, парни. Пожалуйста, даже у меня уши болят. Я у себя дома. Я знаю, но ребенок пугается. Я у себя дома. Вы побеспокоитесь о своем ребенке? Я у себя дома, мне нужна повестка. Так не пойдет. Анна Сергеевна. Нет, я никуда не поеду. Так вас не... нормально просят. Следователь. Просить не надо. По закону дайте, по я закону, поеду. По закону, печать, следователь, роспись, муралы, дэс. Нет.
Незаконно, незаконно. Еще адвоката у меня нету. Мне сейчас государственно не дадут. Я никуда не поеду. Пожалуйста, покиньте мой дом. Покиньте мой дом. Так не делается. Вот ручку. Напишите. Ой, она не сама говорит. Она не выписывается. Здесь. Вы что-то, вы как будто сама себе адвокат. Я нервничаю, я нервничаю. Ничего нервничаю. Я нервничаю. Меня раздражает, что беззаконно это. А, где беззаконно? Где повестка? Вот, получили, все, вас ознакомили, вы прочитали. А повестка вы почему? Где моя фамилия? Сейчас. Но опять же, она не выписывается вручную дома, здесь. Кто сказал? Она должна там написаться, все печати, роспись Нуралы Д быть. Давайте вы нормальную повестку принесете. Все здесь нормально. Я пойду на допрос, мне бояться нечего. Вот просто именно. Я хочу по закону. Вот именно. Меня, меня допрашивать никто просто так не должен и не будет, понимаете? Должны. Зачем вы меня снимаете? Дело по уголовному делу проходит. Вам нужно пойти к следователю. Он вам пару вопросов задаст. Я ничего не боюсь, но я хочу по закону, понимаете? У нас же беззаконие постоянное. Парни, разве так делается? Где беззаконие? Вот сейчас вы стоите без повестки у меня дома, на камеру меня держите. Поручение следователя у нас имеется. Мы вас ознакомили. Девушка, в чем? Оно липовое. Там нету подписи. Есть подпись, все есть у вас. Там нету подписи. Вы меня снимаете, что я неадекватная якобы? Или что вы делаете? Вы отказываетесь поехать. У меня есть поручение следователя, я вам еще раз говорю. Мне повестку не дали, чтобы вы знали, повестку не дали. Один без документов зашел ко мне домой, а один, ладно, с документами. Курманов, Даулет, номер удостоверения записала и дальше забыла. Можно еще раз? Давайте мы же вас ждем. Нет, нет. Будем провоцировать. Зачем шуметь? Приедет патрульная машина. Вы можете? Анна Сейка, послушайте меня, давайте нормально поговорим. Сейчас приедет две патрульные машины. Если вы откажетесь поехать, вы на меня давите. Никто на вас не вы давит. На меня сейчас никто давите. Никто на вас не давит. Вы на меня давите. Нет, поездки нету. Почему я должна просто так ехать с дядей, которого вас ознакомили? Моей фамилии нигде нет. Кого зовут? Есть ваше участие. Да, участие. Вас там видеофиксация. Где там видео? Покажут вам. Где видео? Мы же не будем все с собой делать. Тогда хорошую поездку дайте мне. Правильно оформленную, парни. Анна Сергеевна, у нас следователь поручение дал ознакомить вас. И вот, чтобы вы приехали, следовательно побеседовали. И все. Покиньте мой дом, пожалуйста. Все, мы уже патрульная машина едет. Хорошо, можете своими делами заниматься. Мы вас не задержим. Могли бы вы на минут 5 с нами проехаться? Нормально, мы вас обратно привезли бы. Нормально, повестку дайте. Повестки мы не даем. Я вам еще раз говорю, у меня есть поручение. Я никому не должна отвечать ни на какие вопросы. Без повестки, без правильной. Время сколько вы видели? Ну, это вы можете обжаловать наши действия уже по следующему. Нет, серьезно, а как они обжалуются? Как я кому докажу, что вы вот так незаконно себя ведете? Все, закон, что у нас незаконного? Мы. Повестку не дали, самое элементарное и самое первое. Я вам 15 раз говорю, у нас есть поручение. Там нет моей фамилии. Фамилии не будет, потому что это общее уголовное дело, там присутствовали 3000 человек, мы что, каждого будем указывать это поручение? Конечно, мы индивидуальные личности каждого. Вы же каждого задерживаете, каждого сажаете, вы же опись делаете. Так же, если я там была, сделайте нормально. У вас не получится доказать, ну потому что она липовая. Вы даже сами не понимаете, что там написано. Вы прочитали поручение, ознакомились. Вы поняли, о чем здесь идет? У нас время терпит же. Завтра утром, если вы нормальную повестку сделаете, с печатью. Если бы терпела Анна Сергеевна, мы бы оставили бы сейчас повестку. Я говорю, не терпит. У вас какой-то чё? Мы вас неоднократно вызывали, вы не приходили по телефону и приходили, вы две не вызывали. Вы врете, никто мне не звонил. Никто сюда никогда не приходил, вы почему врете? Вопрос задаете, я вам отвечаю. Хорошо, не надо здесь, кто уже девушка не врет. Ко мне никогда никто не приходил, вы что? Вы сами ребенка будете. Почему вы так говорите, что ко мне кто-то звонил? Что ко мне приходил? Зачем вы берете? Вот я вас первый раз, я в шоке читаю, думаю, митинг, да? Поняла, о чем дело? Вы сами понимаете, Анна Сергеевна, кого вы обманываете? Что вы понимаете? Вы что хотите сказать, что вы там не участвовали? Не участвовали? Есть тысячу камер.
Мы вам покажем. Там столько камер, да и ваше лицо там. И... Какое мое такое лицо? Вы сами вот видите. Ваше лицо. В чем я одета была тогда? Там следователь вам все покажет. А вы сами не видели, там да? Там сами покраснеете. А зачем? Здесь не надо краснеть. Вы сами врете, вы еще нам врете. Вы краснеете, потому что там... вы липовые документы принесли. Вам дома, вот жена, что скажет за вот эти ваши движения? Какие движения? Все по закону. Не по закону, я по такой не поеду. Мы вас ждем здесь. Ладно, мы... Давайте рука снимем. Вы со мной здесь ночевать будете дома? Надо будет. 102 факта не приедете, будем здесь. Вы должны с нами проехать. Мы вас ждем. 102 уровня. Нет, вы на меня давите, я еще раз. Никто я не ругаюсь, не я громко разговариваю. Вот, можете потише? Я еще раз она уже засыпает скоро. Да, еще, давайте помолчим, пожалуйста. Почему это я должна молчать? Я у себя дома. Вообще покиньте мою квартиру. Теперь патрульная машина, вы после этого покинем, хорошо. Вместе патрульная машина что со мной сделает? Доставит вас до меня. Доставит меня повестки. Силой? Конечно. Силой по без... закону. Силой без повестки? По закону. Поручение вы читали? Что там написано? Поручение доставит... липовое. Я вам говорю, обжалуйте это уже после, после следственного действия, хорошо? Что липовое, что не липовое, что там подписи нет, это все уже. Ваша вам права. Без разницы, вас за это никто наказывать не будет, вы штампуете, вам все равно, да? А нас не надо переходить, пожалуйста. Ну, провоцируйте сами. Вы этот говорите, ну что вы играете, что вы мне так что сказали? Хорошо. А вот я вам сейчас тоже говорю, зачем вы играете, зачем вы беззаконием занимаетесь? Кто беззаконием занимается? Все оно все липовое, вы мне даже сейчас фотографировать не дадите. Конечно, не дадим, это вообще... Почему? Документ. Документ. Это бумажка. Вы в интернет выложите. Это бумажка. И, вы, и что, в интернете будет каждый гражданин надо читать эту бумажку? Да она такая, простите, вообще глупая бумажка. Ну это по вашему мнению. Там набор слов, я только что читала. Что я говорю, это вам мешать там, набор слов или... Мы вам принесли, главное, однокопию, все. Нас. Покиньте как квартиру, говорите, я звонок сделаю, посмотрим. Покиньте, я успокоюсь, вы же со мной здесь стоять не будете. Успокойся, Антон, мы подождем 102, сейчас ребята приедут. Ну, с внешней стороны. С внешней стороны. Нет, мы здесь подождем. Может, мы здесь подождем. Нет. Вы нас поймите, Анна Сергеевна, у нас поручение вас доставят. Какое поручение? Что вы осложняете? Вот, приедете к следователю. Да я не обязана. Мы по поручению следователя. Да там про него, еще раз повторяю. Прийти. На вопрос ответите и все, вы свободны. Обязанная. Минут 5 максимум. Да. Из-за этого мы сейчас ругаемся. Да, время еще раз. У меня маленький трехмесячный ребенок. У меня есть право отсрочить эту явку. Вы понимаете? Да, да. Вы понимаете, нет? Отсрочить эту явку. У меня есть право отсрочить эту явку с ребенком? Я только что ее искупала, стою здесь. Нет, ну уложите, она спит. Я не хочу, чтобы вы здесь стояли. Здесь подождем вас. Вы понимаете, я не доверяю вам. Я сейчас пойду ее укладывать, вы мне что-то здесь оставите. Нет, ну ладно, мы здесь подождем. Нет, вы выйдете с моей квартиры, мое жилище неприкосновенно. Нет, нет. Мы сюда подождем, ребят. Я открою вам дверь, когда нужно будет. Нет. Я же не совсем такая дура, чтобы вам с вами ругаться. Значит, сначала вот уже нападали на нас, вот там начали. Потому что право на моей стороне. И как правда. Право? Вот по закону мы все. Там делаем. Ни одной росписи нету, ничего там нету. Это вообще липовое. Выходите, давайте я буду одеваться. Я поеду, хорошо. Ну одевайтесь там, я. Нет, нет, вы мне подкинете. Нет, ничего нет, не так не будет. Она сидит там, не надо подкинуть. Мы подождем здесь. Люди, помогите, пожалуйста. Выйдите с квартиры. Выйдите с квартиры. Они давят на меня. Сообщите, что ЖК перемен 123 квартире. Анна Сергеевна, что вы вот на публике? Они просто так без повестки меня куда-то везут. Никуда откройте. Анна Сергеевна, успокойтесь. Чего вы с ребенком сейчас она простынет? Вот именно. Пожалуйста, что не надо. А вас проблема? Нет дома. Вот тогда ее супругу дома, тогда вы... 102 они меня забрать хотят, без никуда, повестки, никуда скажите. Никуда как вы это не хотите? Зайдите, пожалуйста. Да вы в мою квартиру меня... Чего вы вот? Я им сказала, хорошо, я оделась, уйду. Давайте я покиньте мой дом, я оделась и выйду. Ребенок сейчас простынет. Оделась и выйду. Зайдите, пожалуйста. Как это мой дом, я вас выталкиваю, вы что, мое жилище неприкосновенное?
каким-то парнем. Здесь вот камера стоит. Я позвоню хоть кому-нибудь. И поеду. Да уйдите, вы на что говорят? Я сказала, я поеду, парни. Дайте одеться. Пожалуйста, не уходите. Вы что это такое? Не надо его подговаривать. Что делать? Я ничего не подговариваю. Я объясняю человеку. Что? С внешней стороны двери стойте, пожалуйста. Вы сейчас дверь закройте. Я вам дочери клянусь, я открою, я выйду, успокоюсь, кое-кому позвоню. Один дал документ, один нет. Ага, здравствуйте. Я им говорю, что я оденусь, позвоню, выйду. Они мне не верят, они вот здесь стоят. Я боюсь, что они там стоят. Сижалась. Да. Я оденусь, я выйду, успокоюсь. И мы поедем без вашей повестки. Хорошо. Нет, оденьтесь, давайте здесь постоим, вы оденетесь. Нет. Даже никто не будет заходить. Вы что-нибудь подбросите, я боюсь. Вот, нет. 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 Я вот здесь буду стоять, никого не буду пускать. Вот, видеозапись ведется. Не переживайте. Вы оденьтесь. Не беспокойтесь, видите, что никто форму, если не надо. Никто не будет. Вот камера даже стоит. Никто они не имеют права меня вот так с ребенком вечером забрать без повестки. У них есть поручение следует. Которому вас необходимо доставить. А повестку? Участие в митинге. Они же сделали повестку. Там даже фамилии нету моей. Кого они просят приехать? Дайте хорошую повестку, ага, и вот именно, что незаконно. Повестку отправляется через почту, они сами пришли. Нету ничего. Еще он врет, к вам много раз приходили, вы не являетесь мне говорить. Я вот так смотрю, первый раз вижу. Вы здесь, девушка, снимайте камеру. Снимаю. Я, конечно, не дура, я знаю, что вы двери можете сломать. Вы прописка где у вас? Я вам дочерью клянусь, что... Прописка где у вас? Это в этом... Хорошо, телефон свой ему. Да, наверное, здесь телефон. Сотовый телефон вам нужен. Почему вы мне указываете? Я не указываю вам, я вас прошу, потому что поручение у вас обновили. Там коротко и ясно все написано. То, что сотовый телефон, это как вещественное доказательство ваше. Положите сюда и я почему? Один сотрудник с вами. Вы оденетесь. Внешне, жилище мое неприкосновенно. По конституции РК. Да, поручение у нас есть. Мы вас ознакомили. Стойте, посмотрите на меня, да, и вы что? Скинь. В чем проблема? Человек в форме на камеру записывает. Чего боится? Ладно, мы не будем заходить. А почему телефон я должна сюда положить? Это вещественное доказательство. Мы вас ознакомились уже десятый раз с поручением следователя, где указано, что сотовый телефон является вещественным доказательством. Чего? Мой телефон? Да. Вы серьезно? Серьезно. Вы сами ознакомились уже несколько. Там про телефон ничего сказано не было, я в суд читала. Вам принести еще раз показать? Да. Пожалуйста. Почему вы сочиняете? Ваше время. Вы тоже что ли с ними незаконно вот так вот? Нет. Если вы думаете, что третий незаконный, в отделение поедем, разберемся, правильно? Да там не дадут даже слова открыть. Почему не дадут? Рот открыть. Как вас зовут? Аня. Так, полиция доверяет, что ли? Зачем оденьтесь? Повестки нету. Вам приехали, сотрудники сами вас доставят, у них поручение доставят вас к следователю, понимаете? Это поручение другое, а повестка это вообще другое. Там печати нету, росписи нету, поручений. Как я поеду? Нет, если вы думаете, что действуют законы, обжалуйте. А сейчас будьте добры, законы требуют выполнять, пожалуйста. Пусть придут с печатью и с росписью, я поеду. Какие проблемы? Я точно так же могу ответить. Уважаемая полиция, с народом, вы что делаете? Не надо вот так вот. Вы же... Вам же бумагу предоставляют. Подпись. Да. Он расписался только что. Где печать? Без печати я не... Печать, почему вы обманываете? Печать, поручение не ставится. Вот печать. Это... Повестка вызова. Даже нету. Это поручение следует нас. Это тоже. Все, почему вы врете? Он только что расписался. Я дочерью клянусь. Пусть она завтра сдохнет. Этого здесь не было. Я читала.
Я читала, где печать. Почему он повестку мне хотел нарисовать в квартире, потом говорит, ладно, не буду рисовать, у нас поручение, и поручение, без конца повторяет одно и то же. Там не было росписи. Ага, я вам клянусь, Аллахом клянусь, не было. Разберемся в отделении. Я не поеду. Здесь никто не будет этим разбираться. Качественную, правильно заполненную повестку я поеду, я не... Преступница, я ничего не скрываю, ну, я поеду. Зачем? Это неправильно. Вы, его, дочка рядом. Зачем учитель? Вы нарушаете. Мы я горящая мать, мы понимаете? Мы рядом стоим. Мы же не там. Видите? Он меня зачем-то снимает, что я плачу, его провоцирую. Вы сами себя провоцируете сейчас. Сами себе нарушаете. ЖК Керемет, 123 квартира. Беспредел. Почему происходит? Вы будете выполнять законные требования? Вы законные требования выполните, нормальную повестку, ну, я пойду. Мне такая не устраивает, тут в печати нет. Не устраивает. Он расписался. Сейчас мы три раза попросим вас именем закона, если вы законные требования сотрудника полиции не будете выполнять, вот так вам одежда выгодна. Серьезно? Да, серьезно, имеет право полностью. Поручение есть, незаконно здесь ничего нету. Двух помогите мне, скажите, ЖК Керемет, 123 квартира, беспредел, они меня вытащат вот так хотя. Вы оденьтесь, говорю, оденьтесь. А, подождите, вот здесь подожду я. Не захожу, подожду. Ознакомили вас с отдельным... Вы вообще обманщик. Кто обманщик? Вы обманщик, почему? Вы законом прикрываете, вы меня обманули. Здесь росписи не было. Не знаю. Как вы спать росписи будете стоит ночью? Вы так говорите? Я хочу повестку, я хочу, чтобы уважали мои права, почему вы не понимаете? Встаньте на мое место. На ваше место не можете. Как? Просто поймите. Вот представьте, к вам вот так пришли. К нам так не придут. Мы не нарушаем ничего, что к нам вот так пришли домой. Я тоже не нарушаю, вот именно. Если бы не нарушали, бы на вас было поведение сотрудников СОБУ. Кто-то кому-то нанес, а я как будто видела. Разбираться для этого вас не говорят же, что у вас пойдут, посадят там еще что-нибудь. Для разбирательства. Почему без повестки я должна ехать, объясните? Кому я потом буду жаловаться, что вы меня без повестки забрали? Все зажалуются, все ваши слова записываются. Согласно 970 приказа Министерства дел, ваш разговор записывается. И без повестки меня... А кто мне... Надо одно и то же повторять, это все записывается. Сейчас мы вас просим, оденьтесь, пожалуйста. Кто мне потом это видео покажет? Это видео хранится. Прокуратуру, генпрокуратуру, либо... Это ваши проблемы. Собственно, безопасности. УСБ может готовить. Даже МВД, ДСБ может готовить. Вы оденьтесь. Если вы считаете себя правым, я не знаю, почему вы стоите вот так вот, привлекаете... Без повестки нельзя, вы нарушаете мои права. Если мы нарушаем, напишите на заявление в УСБ. Хорошо? Я и пускай. Ваши данные мне тоже записали? Конечно, запишите, ради бога. Вот. Зачем вы прямо вот так вот все берете и... Я нервничаю, а вы не поймете. Вы нарушаете. Инспектор дорожно-патрульной полиции, лейтенант полиции Кушнубаев. Ущербается. Да. Подождите, я это напишу. Это важно на самом деле. Ущербается. Если важно, то оденьтесь, поедете и разберемся. Пожалуйста. Мы вас просим. Вы сейчас давлением. Сидите. Я вам еще раз говорю, если наши действия вы думаете незаконные, обжалуйте наши действия. А сейчас, знаете, пожалуйста, выполняйте законные требования. Хорошо? Русский вахту оставаться с ним. И ханча сотруднику вахту оставаться. Как вы будете спать, сегодня? Мы спать не будем, мы никогда не спим. Времени нету спать у нас. Никогда. Так, мне нужно делать звонок. Звонок будет дежурного телефона будете звонить. Я с ребенком уеду, вы что, переживать буду? Дежурного телефона вас звоните. Дайте, смотрите, дайте я помоюсь, я только что там ходила. Выйдите, пожалуйста.
я здесь постою, помойтесь, оденьтесь. Я здесь постою, никто не будет заходить. Мы не будем заходить к вам. Видите, ну, прекрасно, вот ведется аудио-видеозапись. Да я не верю в это ваши записи. Ну это ваши проблемы, если вы не Какой я боюсь за себя? Я должна себя обезопасить. А кто должен приехать, чтобы вы не боялись? Скажите, если не полиция, вы интересная такая? Чтоб с повесткой было. Вы хотите, чтобы верховный судья сюда приехал или кто? Вы так тем более, рассуждаете. Если вы повестку нормально даете, все, я шагаю и мы идем. Вот мой... На каком языке вам повестка нужна? На английском или на немецком? А почему вы так разговариваете? Ну, вам же показывают бумагу, показывают, вы прочитали уже, сколько раз прочитали? А если я еще раз повторю, что он пошел, раз там побежал и расписался? Пишите заявление, пожалуйста. Пишите заявление, там доставят вас там, все, разберете. И дальше там разбирайтесь потом. Я уезжаю без повестки. По порушению следователя доставят. Да не бывает такого. Вы будете один и тот же вопрос сто раз задавать, мы вам ответили на ваши все вопросы. Теперь мне скажите, у матери с ребеночком есть отсрочка, например, я явлюсь завтра в 10 утра самовольно. В нашем случае нет. Какой у вас случай? Что у вас там горит, что ли? Это не повестка, это поручение. Поручение это не повестка. Повестка это написать вам вот такое-то число, вот такое-то время явиться надо. А это поручение. Поручение вам вот так не отправит. Поручение направит сотрудника, вам предоставит поручение, и с этим поручением вас должны доставить. Понимаете? Вы просто первый раз видите поручение. Конечно. Вот. А он говорит, к вам говорит, домой несколько раз приходили, приносили, вы не являлись мне, врет, говорит. Наверное, по месту прописку направили повестку. Потому что в другом месте прописано, а живете в другом месте. Ну ладно, считайте, поверила. Даже обыкновенный, например, да, на имя ваше зарегистрировано автотранспортное средство, а вы нарушили, зафиксировали вас на видеонаблюдении, ваше нарушение, это уведомление отправляется по месту прописки.